Известный телеведущий Антон Привольнов и московская десятиклассница Мария Ковалева встретились в Казани, чтобы провести целый день в Казанском федеральном университете, одном из старейших вузов страны. Здесь ценят прошлое, но вкладываются в будущее, погружаются в недра Земли и заглядывают в безграничные просторы космоса, создают новые технологии и продолжают мечтать. Как живут, за что борются и как отдыхают студенты, узнаем прямо сейчас.